На календаре 4 августа. А во всем мире отмечают сегодня день шампанского и пива. А с вами я, Настя Космос, расскажу о капризах природы в Краснодаре в первые выходные последнего месяца лета. Погода сегодня будет по-летнему жаркой, и столбик поднимется до отметки 35 градусов. Пора спасаться от солнца и уже ехать на море. А ведь северо-восточный ветерок не спасет от зноя, поскольку его порывы будут максимальные 8 метров в секунду. А вот к обеду субботы ветер переменится на восточный с порывами до 14 метров в секунду. Но от этого станет еще жарче. И метеорологи предупреждают об аномальной жаре 38 градусов. А вот в воскресенье столбик термометров побьет отметку 40 градусов жары. И берегите себя от палящего солнца. А еще 6 августа отмечают во всем мире день огненной воды. А вот в Краснодаре в этот день будет днем огненное солнце. А мы желаем вам жарких выходных.